Сердце культурного Курска. Пышные балы, роскошные концерты, спектакли проходили в дворянском собрании. Затем ценители прекрасного собирались уже в Доме офицеров. А теперь в этом же самом здании работает Свиридовский центр искусств. Настоящая преемственность эпох. На один из первых концертов пригласили представителей старшего поколения, студентов университета пожилого человека. По сути, Свиридовский центр – это еще одна площадка Курской филармонии, на которой артисты смогут вести с курянами диалог о прекрасном. И прежде всего о творчестве нашего земляка. Всю глубину его произведений нам только предстоит понять. Мы – родина Свиридова. Мы должны исполнять все. Мы должны пропагандировать все. Тем более малоизвестное. Такой родной и близкий. Он разрывает душу и помогает ей расцвести. Свиридова куряне любят. Он действительно очень эмоциональный, этот самый композитор, динамичный. И еще то, что узнаваемо русский. Конечно, навевает и воспоминания, и лучшие мысли о будущем. Вместе с профессиональными солистами на сцене студенты Курского музыкального колледжа имени Свиридова. Впереди насыщенная программа. На февраль запланировано 6 мероприятий. Часть из них повторяет афишу Курской филармонии. Своего рода концерты на бис. Мы будем популяризировать, прежде всего, музыку Свиридова, ну и, конечно, композиторов, близких ему по духу, и, конечно, лучшие образцы зарубежной классики. Когда-то в этом здании выступали Рахманинов и Шаляпин. Музыка вернулась сюда вновь, пропитывая эти стены насквозь. Ангелина Рязанцева, Андрей Дегтярев, телеканал «7».